Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Little Wolf, а это продолжение прохождения Fallout 3. Будем добывать декларацию независимости. Давайте переместимся сразу. Исторический музей. Ты наверняка не знаешь, куда идти. А ты сможешь показать? Пошли, покажешь. Ребята за меня всю работу выполнили. Ну, здорово. С лицом. Лицо нам не нужно, а вот патроны я, по-моему, мясцо взял, да? Ну ладно, пускай будут, пригодится. Больше не починить, да? Я так думаю, нет. Да, выкинем, никуда он не денется. Хрен тут залезем, да? Я тут вспомнил то, что мы пропустили с вами кое-что. Вот здесь валяется. Так-то лучше. Теперь, в принципе, можно идти с лазерной винтовочкой. Хрен я, да, попадаю. В принципе, штурмовая винтовка нам не нужна нихера. Вот от такой винтовки я бы не отказался. Я как-то себя остановил же. Изумительно. В принципе, мы подобрали
Сорок таракана можно как раз и захомячить. Хера мы не отхилились, ну ладно. Опа, ядеркула. Неплохо. Пустота. Чудо-клей. Херня. Урна. Можно сказать, и пустая. Пока возьмем штурмовую винтовочку. Опа. Аварийная чистота. Всем, кто нас слышит, говорит мясник из группы наемников Рэй. Алло, я вас не слышу. Ну? Вообще ничего не слышно. Угадай и выиграй. Так, первый вопрос. А какой орган принял Декларацию независимости? Ага. Я думаю, второй континентальный конгресс. Вопрос второй. Сколько североамериканских колоний восстали против Великобритании в 1776 году? Хотя, может быть, я ошибаюсь. Нет, все-таки я останавливаюсь на 30. Вопрос третий. Кто первый подписал Декларацию независимости? Хэнкок, по-моему. Да, правильно. Вопрос четвертый. Сколько делегатов подписано Декларацией независимости? Я думаю, 56. Вопрос пятый. Что из ниже перечисленного не является письменным разделом Декларации независимости? Ратификация? Вопрос шестой. Кто был правил Великобритании в 1776 году, когда была принята декларация? Но это изи. Георг III. Вопрос седьмой. Закончи эту знаменитую фразу из декларации. Жизнь, свобода, стремление к свободе, это тавтология. Равенству. Это не СССР.
соблюдения неотъемлемых прав. Нет, счастью. Вопрос. Кто был главным автором Декларации независимости? Джефферсон, по-моему, если я не ошибаюсь. О, все правильно. Давай сюда, гони приз. Давай, гони. Ты что, охренел? Какая системная ошибка? Если это кто? Квитанция на призы. Да не сюда. Патрошки. Довоенные деньги нахрен не нужны. Давай, идем сюда, дружок. Что такое? Осколочная граната. Мясцо. Все-таки здесь и чуть-чуть полезное будет. Да мри ты уже наконец-таки, надоел. Сколько влезет, ты труп! С лицом. Блин, я уже за эти дни все забыл. Как записывать, как что. Короче говоря, заболел я. Захворал. Немножечко. Сейчас немного получше стало. Начал записывать. Так вот. Тут, я думаю, уже граната откуда-то летит. Дядя Пола, пропустил. Так, подожди, а где блок секрет был? Стоп.
Кристалл забой. Военные деньги. Крышечки, гоните сюда. Кашка. Я тебя слышу. Бутылка вино, вискарёк, водка, знаколка, стимулятор, очищенная вода. А драки нету. Орём. Выходи, дружок. Что такое? Что в головке-то? Бубо? Патрошки. Патрушки. В принципе, мясо сейчас заточу сразу. Это на выход, нет? У нас припасы на исходе, и мы несем потери. Мы окружены на крыше гостиницы «Стейтсмен». Если вы не можете нам помочь, попробуйте связаться с Рейли. Она в подземелье. Это поселок внутри исторического музея. Попасть на крышу отеля «Стейтсмен» можно только через больницу, которая находится рядом. Наше время на исходе. Конец связи. Хорошо. Это сюрпризы раскиданы. Ты не получил все-таки? Валда нам нахер не нужна. А вот гранаты желательно бы побольше. Блин, сколько я уже взламываю, все ни хера не пойму. Как эта херня работает? Это что такое было? Да подыхай уже! Да вот именно. Что такое? Гранат херва туча. Макароны с сыром. Что у нас бабами стоит? Вот и отхилились понемногу. Теперь попробуем. Да. Ну, в принципе, у меня есть дохренище гранат. Повар до хера. Оно мне еще не понадобится ни хера. Лови. Еще одну лови. Раз нам дают, значит, будем пользоваться.
Можно, в принципе, взять, попробовать починить. Если нет, то... Как я и думал, выкидывать. Чуть крышку не пропустил. В принципе, одна крышка роли, это нам ничего не сыграет нихера. Но все равно. Там орешь. Не отсюда, наверное. Может быть, оттуда уж что? Вообще перекрыто. Забавно. Побольше бы стимулятора. Дыраками. Пакет крови нахрен не нужен. Столько его продавать. Не хилит, ничего не делает. Точнее, хилит, но очень и очень мало. Крайне мало. Хватит, хватит. Мари? Что такое? Бегите! На босса, что ли, идем? Нахера мне столько гранат? Забираю же все. В принципе, гранаты покидаем. Да и очистим свой инвентарь от всякой херни. Пипельница нахрен не нужна. Во-во-во-во, сука, полегче. Попала, зараза. Ядер кола. Опа, блок сигарет. Блок сигарет, они сюда.
Ну и все. Одна пустота. Подхилимся. Так, я зеркало мы отсюда брали, я не помню уже. Брали. Я уже запутался в этих катакомбах. А, да, я вспомнил. Мы еще, в принципе-то, еще не взяли выигрыш наш. Не забыл. Дай квитанцию. Гламурный виноградный мин. По одному, что ли, взять? Все, закончили, что ли? Хрен с вами. Пожалуй, здесь я возьму ментовку. Если хочешь жить, смотай сюда и осторожнее. Тут мины. Быстрее, они идут. Да видно, что тут везде мины. Не творил-то, да? Давай же! Они вот-вот будут здесь! Держись! Будет еще и вторая волна! Еще одна волна? Ё-моё. Ура! Ещё так ура! Помру. Совсем ура. Добрит уж наконец-то. Всё, что... Наконец-то. Штурмовая винтовка нахрен нужна. Вот мясо гони сюда. Так. Один сразу заточу. Патрушки гони сюда. Так, сразу починим гранатомет. Кувалда. И все, что ли? Больше нет ни хера. А ты чё здесь разлеглась? Давай тогда. То, что у тебя есть. Зашибись.
Да уж. Ну ладно, нужно идти тогда другой дорогой. Тогда нам нужен миниганчик. Камера на М. Так, здесь закрыто. Это я точно знаю. Ты здесь не лутал, что ли? Лутал. Почему? Ящик тогда пропустил. Не может быть такого. Вроде все лутал. Один ящик пропустил. Фигами, как у меня это получилось? Как-то получилось. Пустота. Сейчас тут будешь херище кобылять из-за этой штопанной двери, потому что умерла. Эх, ё-моё, так быстро мне никогда так не получалось. Хватит играть, а то свет. Ах ты, козел! Ты заплатишь! Да хорош!
Я же вас остановил. Стимуляторов дохерище потратил на вас. В принципе, можно ее взять. Вот вот только кувалда. Надеюсь, там нет никого. Эх, ё-моё, у него еще гранатомет был. Ничего себе. Мне повезло, конечно же. Я думаю, все впустить в науку. Легкое оружие, тяжелое оружие. Опа. Я лучше думаю взять ускоренный метаболизм. Дает дополнительные 20% здоровья при использовании стимуляторов. Давай сюда. Штурмовая винтовка, она нахрен не нужна. Металлолончик. Меня реально кого-то подготавливают к жесткой схватке. Раз нам дают. Лас. Раз нам дают. Ладно, на винтовку. Солдаты, я обращаюсь к вам с сообщением исключительной важности. Наша оборона... Солдаты, мы не можем позволить врагу сбить нас с пути. Мы должны защищать свою свободу. Импульсная мина. Ты же знаешь, я тебя все равно найду. Ведь еще полезное есть. Двоенные деньги. Опа, заколочка. Двоенные. Не пугайтесь, если я захочу вас убить, когда найду. Просто меня так запрограммировали. Позвольте
придется представиться. Если я тебя представлюсь. Надо бы там мозг. Это еще кто? Может, мину поставить? Кажется, сегодня... Ё-моё! А это жесткий чувачок. И тут нужна импульсная граната по-любому. Готов умереть за свою страну? Конечно, готов. Выходи. Подави свинцом, комби! Выходи, выходи. Такое. Отправьте домой. Ты херище стимуляторов потратили. Я ж только что подбирал лазерный пистолет или нет. Импульсная мина. Ну ладно, хрен с ним. С этим пистолетом. Я все-таки думал импульсную мину взять лучше. Да я знаю. Не пугайтесь, если я захочу вас убить, когда найду. Просто меня так запрограммировали. Ну хватит прятаться. Вылезешь ты или нет? Да я не прячусь, выходи. А где она? Ты же знаешь, я тебя все равно найду. Очень неплохо умею убивать. Рекомендую бегство. Увы, я идеальная машина убийства. Не трогайте. Во имя вашей безопасности не покидайте укрытия, пока угроза не будет ликвидирована. Ты обходи, вон туда, наступай. Я не запрограммирован на неудачу, просто для сведения. Что такое? Идет законное применение огня на поражение. Мир. Гражданам рекомендуется.
Что со мной? Голову что-то повредили? Понятно. Пустота. Да и только. Пяшка, довоенная, нахрен не нужна, финансовый расчет, пошли вы нафиг своим финансовым расчетом. Рожки, крышечки. Крышечки меня радуют. Все равно перегруз. Вискарек нужен продать. В принципе, нахрен не нужен. Силу он уже не увеличит. Она уже там на максимум стоит. Отступать. Наша слава не будет запятнана кровью тирании. Враг скоро будет здесь. Нужно защищать командира. Помните. Эх, ё-моё. Наше дело правое. Это... Конечно, ваше дело правое, а мое дело левое. Дело всего человечества. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь буду знать, сколько на него уходит. Так, лазерную винтовочку. Опа. Слишком что-то ездит. Или права. В смысле, это он про меня, что ли? Мина есть, да и гранат дохерища.
узнаешь, как дядя Сэм поступает с Комми. Давай, проходи. А я тебя здесь подожду. Значит, ни хера тебе, да? Это ничего не дало. Окей. Хватило. Еще не хватило. Исчезли. Интересно. Вот это реально сложно. Вы там от меня прячете. Спасибо. Нахрен я открывал. Иди-ка ты нахрен. Ничего личного. Что я тебе скажу? Нужно еще добить. Винтовочек сойдет. Понимаю. Не драпай, а то больнее будет. Так она открыта. Спасибо. И нахрен я открывал. Так, я тебя здесь жду. В принципе... гранатомет можно взять, шмальнуть по нему разочек. Всё, всё. Козел сидел, значит, ждал меня. Кожаную броню. Стоимость 9. Идите нафиг со своей стоимостью такой. Козел, что-то там есть. Thank you.
ты можешь прорвать нашу оборону, ускользнуть от лучших наших солдат и разграбить мой дом. Но я еще не начинал сражаться. Я не позволю тебе украсть нашу свободу. Декларация должна остаться здесь. Это символ нашей надежды, который открыто заявляет: мы свободная нация. Ты о чем вообще говоришь? Ты просто робот. Я не робот. Я Баттон Гвиннет, вторым подписавший Декларацию независимости, полномочный представитель Джорджии. Я знаю, что уступаю тебе в воинском мастерстве, но готов драться до последнего вздоха. Какое оружие выберем? Рапиры? Пистолеты на рассвете? Выбирай. Ну, ты даже не человек, а просто жестянка. Твои слова не просто ложь. Это святотатство. Доктрина, которую я защищаю, была изложена участниками Второго континентального конгресса. Она избавляет нас от тирании британского короля Георга III. Это, пожалуй, величайший символ этой свободной страны. Ты понимаешь, что с тех пор уже прошло лет так 500, да? Клевета и ложь — орудие британской короны. Но я не поддамся на провокации. Раз ты не хочешь кровопролития, могу я предложить тебе сдаться? Обещаю, что с тобой будут хорошо обходиться, как и подобает обращаться с солдатом королевской армии. Все не так просто, Баттон. Тогда объясни. Но знай, я искушен в грязных методах английских шпионов. Рекомендую иметь это в виду. Позволь доказать свою честность. Я помогу тебе обмануть королевскую армию. Интересно. У меня был план как раз на такой случай. Может, так я и поверю, что ты наш союзник, а не враг. Мы сделаем фальшивую декларацию и отошлем ее в Великобританию. Это позволит нам выиграть время и переправить документ отсюда. Как бы я хотел оказаться при дворе, когда король Георг обнаружит подделку. Но нам надо быть осторожнее, потому что плохую подделку британцы сразу распознают. Их бы нам создать убедительную фальшивку. Если ты раздобудешь черные чернила, я сделаю идеальную копию. Вот. Их проще всего найти в Арлингтонской библиотеке, почему я и не могу выполнить эту задачу сам. Я не могу покинуть эти укрепления. Я постараюсь достать чернила. Великолепно, но поторопись. Не знаю, сколько времени мы еще сможем удерживать этот форт. Их канонада с каждой минутой все ближе. Скоро наши стены падут, а с ними и последний бастион свободы в США. Мне пора идти. Свобода или смерть? У меня чернила есть. Открой мне дверь, Баттон. Ну ладно, сейчас залутаю его тогда. Так, у тебя до военных книг нету, да? Нет, нихера. Но славно. Это будет не зайти. Блин, если в принципе, если взять два виски. С
святые небеса! У тебя получилось! Быстрее! Дай мне чернила, и я сделаю копию Декларации независимости. Ну вот, идеальная копия. У старины Джорджа появится пища для размышлений. Каковы новые приказы Конгресса? Ну, я думаю, охранять декларацию, не позволяя никому до нее добраться. Будет сделано. Теперь декларацию можно будет получить, только вынув ее из моих хладных рук. Для меня большая честь познакомиться с таким патриотом, как ты. Теперь иди, и можешь не опасаться моих людей. Храни тебя, Господь. Так я их купил. Из ваших никого не оставил нахрен. Один теперь будет вещать. Вместе с турелями. Хотя нахрен, кому она нужна? Эта декларация. Вот этому мужику и все. Я думаю, если я ему отдам эту декларацию, он поверит. Хотя... Все-таки это историк, а не... Фиг собачий, да? Неизвестно. Сейчас посмотрим. Тебя тоже, блин, тянуть сейчас. Уж сколько, блин, прошло. Раз починить, мы ж пользовались все-таки. Гранатометом. Блин, я не успел доглянуться, как это умерла. В принципе, может быть, это и к лучшему. Ну, это мы уж прослушали. Неинтересно. Замок не просто так висит. Лучше не надо этого делать. Да ладно, просто так, я думал. Так хорошо снова тебя видеть. Я многого от тебя жду.
Декларация независимости у меня. Ну кто бы мог подумать? Я просто ушам своим не верю. Ты по праву займешь достойное место в аналах истории США. Этот великий день будут помнить вечно. Я знаю, что путь был нелегким, и хочу дать тебе дополнительную премию, чтобы подготовить к будущим свершениям, так сказать. Вот твоя награда, друг мой. Она достается тебе по праву. Эх, ничего себе. 400 крышек. Меньше. Хочешь прикупить немного бафаута? А может, дозу психа? Привет. Ладно, с этим, мне кажется, будем потом разбираться. А на этом мы с вами заканчиваем. С вами был Little Pulp. Всем удачи и до новых встреч.